Всем здорово, ребят, с вами Вайн. Сегодня у нас снова видео, как мы прокачиваемся, как мы поднимаем свой ДПС. Все ближе и ближе к одному триллиону. Не, ну пока же далеко. На той неделе должно было тоже видео выйти по прокачке, но, увы, не вышло. Потому что я запустил прямой эфир и решил там попрокачиваться, но стрим не удался. А ресурсы я уже потратил, так что на запись видоса ничего не осталось. Сегодня что-то есть, я вам что-то расскажу, что я прокачал, из-за чего у меня ДПС вырос. Ну, да. И, кстати, сегодня уже обнова, вышли лимитки, так что их тоже я вам разберу. Покажу, как они работают. Что ж, давайте, без всяких предисловий, погнали к ролику. И, о май гад. О, да, сейчас будем... Очень вкусно будет. Воу! Также, давайте, у нас есть 105 голд токенов. Мы это все перероливаем в эвентные токены. Пускай в запасе лежат, 75 еще есть. Каро, спасибо большое. Так, вроде все. С чего бы начать? Смотрите, ребят. У нас в шопе появился пет, наконец-таки, этот тигр, он мне нужен, я его очень давно хотел. Так, у меня 3308 кристаллов, я его сейчас же, вот прямо сейчас же куплю. Как же это вкусно, мы его сейчас поставим и прокачаем. Красивый. Дальше, мы также сегодня заберем вот эту карту. А, точно, оружки, что это, я пошел уже. Так, архив, заходим, ну и давайте я вам опишу сейчас каждую из этих оружек, что она делает. Так, не глубоко, ну и нормально. Как-то странно, что прозвучало. В общем, этот флаг. Первое, у него эффект Union. Элементарная атака увеличивается на 150, а Shield уменьшается на 49%. Shield, да. Первая звезда оружия дает плюс 30 под атаки. Вторая и третья дает по дополнительному стаку. Дальше. Второй эффект этого оружия. Концентрическая сила. Я, если что, перевел, так что не буду на английском говорить. Может, переводчик какой-то плохой будет. Открывается этот эффект на четвертой звезде. Каждый стак увеличивает урон на 1%, максимум 40%. Ну и на последней пятой звезде нам открывается еще один эффект, который дает 50% бонус к эффекту Union, то есть к первому эффекту, и концентрической силы, то есть ко второму эффекту. А при возвышении вместо 50% будет 125%. Дальше огненная пушка. Что же делает она? За каждые 8 секунд использования этого оружия будет вызываться горящая лодка. Да, именно лодка. Переводчик все правильно перевел. Которая может блокировать пули и сжигать врагов вокруг. Максимальная скорость стрельбы 1.25. Итак, первая звезда нам дает плюс 30 фаер-атаке. Вторая и третья дают по дополнительной горящей лодке. То есть, и, блин, я вам не могу, конечно, показать эту анимацию. Если что-то найду, то я вам обязательно это покажу. А, получается, если судить по логике вещей, нулевая пушка будет стрелять всего лишь одной какой-то фиговой там карточкой, лодочкой. А вот вторая и третья звезда вам даст еще по одной этой карточке. То есть в сумме будет 3. То есть тремя атаками, блять, как это сказать? Тремя лодочками, короче, стрелять будете. Дальше. Четвертая звезда уменьшает защиту стихии на 100 окружающим врагам и увеличивает стоимость маны на 20%. А вот пятая звезда, смотрите. Каждый раз, когда вы наносите элементарный дамаг врагам, одновременно увеличивается подавление соответствующего элемента. Увеличивается на основе вашего текущего элемента. То есть, если вы зелень, то увеличивается подавление будет по воде на 1,21%. Ну, возьмем 1%, максимум 25 стаков, то есть 24% супрешена подавления элемента. Вы представьте, это лучше, чем в камушках. Ну, логично, лучше, чем в камнях. В камнях вроде там сколько? 6%, я не помню, тут на фуле будет 24%. А при возвышении вы получите уже 50 стаков, то есть 50% супрешена подавления элемента. Это мощно. Блин, я все сильнее и сильнее хочу эту пушку, но, увы, мне ее не видать. А также у четвертой звезды вместо 100 единиц будет уже 233 единицы. Ну и последняя, синяя пушка, водная, увеличивает скорость передвижения на 20% и уменьшает шилд на 49%. Первая звезда также дает плюс 30 в ватер-атаке той же стихии. Вторая и третья дает дополнительные 5% дамаг редукта. А вот четвертая звезда дает эффект, при котором каждые 6 секунд, когда вы достигнете любого из ниже перечисленных условий, а это не получать урон, нанести крит 4 раза или убить врага, вы получите один стак, который дает регенерацию 7 маны, максимум 3 стака. При достижении 3 стаков они не сбросятся, и вы получите 26,4% бонусного дамага. Бляха, здесь бонусный дамаг, там супрешен, как будто камушки немного ремоделинули, вытянули их, и вот получилась пушка. А вот пятая звезда, теперь не каждые 6 секунд вы будете получать стаки, а каждые 3 секунды. А также после 3 стаков вы получите еще дополнительный стак.
А при возвышении вы получите не 26,4% бонусного дамага, а уже 39,6%. Короче, 40% бонусного дамага. Это очень мощно. Если собрать зеленку, то есть флаг и вот это вместе, то есть две ивентовые пушки, то это прям не хухры-мухры, так урон будет подниматься. Бляха. Вот, блядь, почему я не играл? Теперь у меня 30 токенов, я их не выбью даже. Такие хорошие пушки. А, ну я также вместо одного уже два дополнительных стака будет даваться. Вот. Как бы пушки я расписал. И у этой пушки, смотрите, Death Ignore 1131, также босс дамага 33%. Хера себе. Босс дамага 6, ну 870. Как же я хочу! Даже если я потрачу кристалл, это будет плюс 50 токенов, все равно мне не хватит. Ай, бляха, где же мне это все достать? А также давайте быстренько пройдемся по новой карте, она тоже довольно-таки неплохая, вроде бы, Чезия. Да, какая прикольная карта, конечно. На двух звездах она дает плюс 20 дополнительного крит дэмэджа, а также еще плюс 10 крит дамага, если у вас больше 480 крит модов. А вот на четырех звездах она отнимает 2 маны в секунду, но при этом она дает 0,6% скилл дэмэджа, максимум 20 стаков, то есть 12% скилл дэмэджа на четырех звездах. 12 скилл дэмэджа, бляха, я хочу эту карту, мне нужно ее сейчас выбить как-нибудь. У меня кристаллы дофига, так что будем сейчас выбивать. Так, давайте, что я и хотел делать изначально, это мы прощаемся с Белиалом. Спасибо, ты мне очень помогала целый год. Ну все, твое время уже вышло. Ставим сюда тигра, где он, мой тигр? Какой-то тигр. Так, и ищем Белиал, теперь сюда. Хорошо, что я покупал эти штуки. 1,5 миллиона корма мы обратно получаем. Звездочки остались, и ищем нашего тигра. Вот наш тигр. Аскин ним давай его. Он поднимает звезду только. Так, знаете, что подумал? Вот этот черт мне не нужен, только ватер-атаку мне пустит. Все. Да, я понимаю. Если что, я их снова накоплю. Может быть, я сейчас делаю какой-то бред, но я хочу тигренка зафулить чуть побольше. Аскин, спасибо. Так. Стой, что? А, ну понял, ладно. Апгрейд? Ал? Ну и давайте, как у нас получится. Ой, блин, я думал, у меня уже корм закончился. Да, хотя бы до 30-го смогу. Это очень-очень-очень много убирается. 30-й, 31-й, 32-й, 33-й. Все, до 33-го у нас получилось. Так, ну и давайте пытаем нашу удачу. Первую карточку мы покупаем, и сразу же на нас на крит мод. Спасибо, но я так долго маяться не буду, поэтому я иду в шоп и покупаю карточку именно тут. Да, могу себе позволить, нифига себе, прикольно. Так, за 80, купаем на атак СПД. Атак СПД в целом мне тоже нужно. Ну давайте последний раз за 80 купим, может быть, что и выпадет интересного. Атака. Угу. Давайте попробуем сначала атаку заролить, потом атака СПД будем ролить. И давай на 15-ю, может получится 4 звезды. Хотя нужно было на крит дэмэдж так ролить. А, 2 звезды. Сюки. Пытаем удачу бубль номер 2, может сейчас что-то получится. И на атака СПД 3 звезды. Еще одну. Может что получится. Крит мод. Не согласен с этим, еще одну. Крит мод. Ну вот ровно, чтоб 1700 было у меня. А, не хочу, но хочу. И... деф. Блять, какой так... Забираем и погнали, тестим удачу номер 2. Бубль номер 3, точнее. И... Так, бубль номер 4. Дайте, пожалуйста, много статов, а так, господа, в жопу засуньте. Так, ну и давайте я вам расскажу, что же я сделал на той неделе. Ну и вообще на стримах. В общем... Зафолил я все же, нет, не эту. Вот. Сейчас. А, да. Все же я дал на третью звезду вот эту вот хрень. А, да, X-Lot от Морекса. Также. EP42. Чего? А, точно. А, Морекс я на третью звезду дал. И на третью звезду от Приста. Вот эту пушку. Андро. Теперь у меня плюс 3% вот дамага. И еще чуть-чуть, и будет третий левел Soul Orb. Да, знаю, я мог вот эту херню вкачать, но, бляха, на нее копить шарды, я лучше на что-нибудь другое шарду покоплю.
Тем более, скоро выйдет на Бериус, я сюда запихну на Бериус. Я каким-то образом вообще не понял, как сделал 4 зеленки, ну то есть фул зелень на этом шлеме, а также кольцо тигра. То есть крит мод, крит дэмэдж, деф игнор. Неплохое колечко, но оно мне не нужно. У меня есть свое, другое, плохое. Не знаю, с этим колечком мне дамага поменьше становится. Дальше. По гемам. Гемы, как видите, у меня уже пошли 22 левела, а также все остальные 20 левела. И я готовлюсь к наберем, потому что смотрите, у меня игра прям предвидела мое будущее, то что я буду водой когда-нибудь, ну или просто у меня будет вода. В общем, у меня сейчас 5 камушков на Counter Boost. Ладно, 4 камушка на дамаг Boost и Fire Suppression. Кстати, тут уже еп есть, нифига себе. 17 епа, неплохо. В общем, еще чуть-чуть подкоплю. Может, пока что временно Counter Boost поставлю. И у меня уже есть камушки с Fire Suppression дамаг Boost'ом. Это очень вкусно. А сейчас пока что я не качаю на Бериус. Я должен копить как бы эти все вещи, чтобы прокачать потом камушки. Но как-нибудь я там выкручусь. Сейчас я просто хочу себе побольше заполить всех камушков. Так что давайте раз и два. Теперь у меня второй камушек 22 уровня есть. Еще чуть-чуть и будет все. А, да. Я не закончил по камушкам. Ладно, допустим. А, здесь у меня стояло все на Епа Деф Игнор. Как видите, у меня еще есть такие камушки. Сейчас я все делаю на Епа Будатаку. 277. Так. Короче, скоро все будет на Будатаку. А пока что два камушка еще остается. Чё-то я когда описывал пушки, я не зашел сами пушки. Вы просто посмотрите, насколько это красиво. Нет, а вот. Как же это красиво, это сундук. Бляха-муха, я как дизайнер обращаю внимание на визуал и внешнее оформление. Это очень красиво. Даже не знаю, как еще выразиться. Ну и давайте напоследок, как последний идиот, купим еще раз за 80. Посмотрим, что нам выпадет. Бамс на ХП. Почему ХП? Я недоволен, я еще раз хочу открыть. Дев. Блять. Да простят меня боги игры. Что с ней не так, сука? Я хочу ее. Просто хочу. 300 кристаллов еще потратить. Блять, 600 кристаллов на карту. Какой я дебил. Крит. Какой крит мод, вы издеваетесь. Ну вот, ровно, чтобы 1300 было. Все, как раз таки один пет. Идите! В общем, поставила я карту Рипера на крит дэмэдж. Теперь подождем, пока Идол или Раш нам даст статы и начнем удусить манекен. Вроде бы должно получиться очень много даже урона. Ну-ка, ждем. Все хорошо, и погнали. 9406, неужели еще что-то получится? 408, 454, 8500 и... 508! Ах, елки-палки. А максимально, ребят, было у меня 577 урона. Ну и ДПСа. Не знаю. Формально я же могу назвать видос... Не назвать, на превьюшку поставить 500 миллиардов или 600 миллиардов. Да. Думал, сегодня как-нибудь так мощненько вкачаюсь, но, увы, не получилось. Ладно, Кость, на этом для меня этот ивент закончен. Все, больше не будет ключик, только я себе в коллекцию заберу, и все. Ждем, получается, мы на Бериус, и будем собирать на Бериус ниндзю, он просто шикарен, я его очень сильно хочу. Водичка, какой же тигрен вкусненький, какой же ты лапочка, ух. Ой, он еще и прыгает, ля, какой... Ля, мне очень нравится. А, не зря собрал. Получается, мне нужно только НЛОшку вот сюда будет поставить, и все, у меня все петы есть, осталось только их будет вкачать. И кристаллы я могу тратить уже на другие какие-нибудь вещи. Ну или также на пет. Что ж, на этом все. Я как-нибудь постараюсь смонтировать, чтобы это было быстро, понятно, конкретно, вкусно, красиво. Да, на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел. Я надеюсь, вам это понравилось. Я все-таки укажу на превьюшке, что у меня там 500, ну, 550 миллиардов. Что ж, всем удачи, всем пока, ребят.